Всем привет, ребятки, мы продолжаем играть в гольф вместе с Мишей Мегаджамбо. Всем привет, друзья. Короче, у нас сегодня такая вот карта, типа пираты, корабли, короче, реально очень крутая карта. Если вам понравится эта серия, обязательно ставьте лайки. Вот реально сейчас, дружище, сверни этот ролик и нажми пальчик вверх. Поставь лайк, да. Ну что, начнем, давай. Да, опа, давай, Оп. Ой-ой-ой-ой. А, это надо было посильнее, я думал, типа я попрыгаю, может, как-нибудь. Так, ну все, ребят, сейчас, как забил. Обычно, несколько минут мы будем вспоминать, как в это во все играть. А что-то я сразу торможу. Ладно, давайте посильнее ударим, что это. О! О, идеально. Вообще, это можно, блин, пройти с одного удара. Да, сейчас упадет нормально. Да, все. Да! Тут, кстати, водичка, посмотрите, прям везде, даже в лунке. Да. Отлично. Очень красивая карта. Здесь что? Упс. Да, не повезло мне. А куда ты? Ой, здесь воронка, здесь воронка. И что там дальше надо делать? Ой, ну попади, блин. О, попал. Я... Попал. Не, не попал. О, ребят, посмотрите. Посильнее ударим, блин, не могу попасть. А куда дальше вылетать? Чё-то я не понимаю. Да остановись, ё-моё. Ладно, давайте, ребят, а куда дальше? А что, я знаю, что ли? Я не знаю реально, куда дальше. Наверное, надо аж вот туда вылетать. А, вот. В смысле? А, там сверху была, я понял, там сверху лунка. Зачем я это сказал? Миша подсказал только. Где лунка? Посмотри наверх. Видишь, там такая дырка, типа такая. Кольцо такое. Нет. Кольцо не сверху. Вижу. Ну подними камеру вот прямо сейчас вот. А, кольцо сверху. Вот рампа, да, вот это, и вверх подними камеру. Я понял, да. Вот, да. Смотри, вот сейчас, вот куда ты сейчас будешь надо бить. Посильнее ударишь? Посильнее, просто вылети туда. Ударь посильнее и вылети. О, все. Да, все замечательно. Ту-дун. Вау. Это уже этот волрайд какой-то, как GTA 5. Да, тихо, не остановись. Ой, я назад покатился, блин, нет, боже, серьезно. Блин, я тоже что-то не добил. Там надо было, Миша, просто посильнее. Вот, нормально. А сейчас я могу вылететь из-за того, что я сильно ударю. В смысле, я тут оказался, ребята. Ай, надо посильнее, все, я понял. Давай, упади. О, отлично. Ай, надо еще посильнее. В смысле, я звал... В смысле? Что за бред, ребята? Тихо, вы видели а вот теперь что-то очень сильно. Блин, большая какая-то лунка, я промахнулся. Не, рядышком тут упал. Все нормально. Вот так пройдено. Вот давай, Славка. Сейчас забью. Давай. Нет, ты очень блин, слабо, надо, очень надо слабо. Посильнее бить, да. Ну видел, как я ударил, да? Видел. Но ты пока что выигрываешь все равно. А я еще раз, что ли, как-то ударил. Во, вот так. Оп! Во, идеально, да. Прям как я. Надо просто посильнее бить, не бояться. Да. Так. Здесь просто нужно скатываться. Вот так, оп. Да, вон, потихоньку туда-туда и скатился прям в лунку. Ты прям... Вот, блин, вот засранец, а? Вот, блин, читер. Ты что, за одно этот, за один удар прям уже к луночке? Упс. А, почти! Надо посильнее. Во-во-во. А бочку сейчас ударюсь. Есть, нормально. Ну, получилось? Почти, да. Давайте, ребята, это просто экстремальное прохождение всё, лунки. Лунка очень большая, вообще прям здоровая. Упс. Нет, тебе посильнее. Посильнее, просто лупи. Я знаю, что посильнее. Ах, блин, нормально. Ты видел, прямо на краешке был. Во-во-во. Да, вот ты сейчас, как я, ударишься, вот так, оп, и забивай, и все. Уровень с какими-то там этими. А, смотри, ты видел, как я ударил и скатился? Ой, ты тоже как здесь. А ты меня подтолкнул, вот, блин. Я знаю. О, я вниз куда-то вниз падаю. Не падай! Ой, фух. О, вот, да, сейчас здесь будет вниз. Луночка. Вот она уже, луночка. Да. Блин. Тихо, я чуть ли вниз не упал. Все, пройдено. Тебе не помешал. Да. Хорош. Давай тоже забивай. Не промахнись. Да не промахнусь, я что ты хочешь. Я же молодец. О, снова волрайт. А, я как-то, по-моему, слабенько ударил. Волрайт прям реально жесткий такой. Но это не волрайт, ну ладно, что-то типа. Скатываешься, как я, да? Да, потихонечку. Скатываемся. Наше вот любимое занятие. Да, видимо, опять вверх куда-то ударить и в лунку, нет? А, не, походу, на корабль аж нужно. Да, видимо, на корабль. Миша, бей первый. Он, в смысле, меня не ударил, вон ребят, вы видели? Вон лунка, внизу аж лунка, посмотри. Видимо, нужно аж на корабль. Ой. О, офигеть! А, вон она, офигеть. Ребята, как же мне повезло, что я так далеко был. О, Миша, хорошо то, что ты отошел. Да. Лунки вообще какие-то здоровые прям. Угу. Интересно, ты выигрываешь, уровень. Ну ты, видимо, там это, фейлил много.
Идеально. Тоже идеально. Ё-моё. О, а куда дальше? А я походу понял. А, нужно перелететь на вот эту следующую, да, платформу? Идеально, я это сделал. Да ладно, ничего сложного, блин! Ладно, у вас нет, нет, немножко не долетел. Ой, блин, ребята, вот это здесь прикольно. Окей, вот, понял, вот, ребят. Все, долетел. Давайте, тихо. давайте. Привет, Миша. Привет. А дальше что? Слишком слабо. Тут, это, воронка, надо посильнее ударить. А, вниз упасть, я... Да что я, блин, мышкой как-то промахиваюсь? У-у-у-у! Идеально. А, нет. Давай, есть, я попал в нее, Да-да-да, давай вниз. Приветики. Не, реально, здорово. Офигенный уровень. Мне тоже просто нравится. Просто топовый. Да блин, слава! О, блин. Я не забил. А я забил. Вот из-за тебя. Так ты сам меня ударил, Ну ладно. Окей. Я тебе это запомню. Это вообще жестко. Нифига. Спасибо. С столкновениями это вообще топово. Спасибо, братишка. Оп. А так, кстати, какой уровень-то по счету? Только где-то половина примерно. Это че так слабо? Нет, это девятый. А, это десятый, точнее. Ну, короче, где-то так. Тут всего их вроде восемь. А что я. Что я делаю? Я бью, блин, вообще никак. Надо посильнее ударить. Давайте сделаем вот так. Вот так. Ой, перелетел вообще. Да. И вот эти, понимаешь, подъемчики из-за этого сложно. Да, согласен. Опа. Всё, привет. Вау, смотри, какая там лунка. Главное ее не пролететь. А, пролетел! Нормально. Надо посильнее. Я забил. Я даже. А, в смысле, я не забил. А тут... Давай, Славик, сейчас бомбанет. Во. Во, смог. Так, давай. Во, вот это тоже прикольно. Офигеть, ребята. Надо было посильнее. Ну ладно, я здесь хотя бы остался. Ну, не перелети, ну... О-о-о, смотри. О, замечательно. Нет, назад, не катись назад, пожалуйста. Вот тоже очень сложно, на самом деле, по-моему. Ай-яй-яй, даже... О, здесь тоже воронка. Офигенная воронка, кстати. Ой, прям в лунку упасть. Блин, нет, не упал прям в лунку. Обидно. Смотри, оп, меня поднимает теперь. О, да. Ай-яй-яй, все понятно. Ты все перелетаешь. Ты не можешь тут забить? Нет. Давай. Раз, два, три, давай. Да ё-моё. Раз, два, три. Три. Во. Давай, Славик, там это... Да ты уже забил, что ли? А, да, вот воронка. Еще одна воронка. И еще одна. А, вот, и только аж сюда. Да. Жалко, не прям ничего сложного. Нормально, да. Да. Ну что, какой у нас следующий уровень? Ну, давайте попытаемся сделать так. А что тут? А, я понял, ребята. Чего, блин? Надо посильнее, что... А, я понял тоже, надо так... Да, вот. Да, очень сильно. Мурчик ударился. Блин, ребята, вот это... Здесь двойной какой-то уровень. Надо либо с одной стороны, либо с другой забить, попытаться в лунку. Ну тогда, походу, очень сильно бить. Оу, я попал. Ну давай. Давай. Опа-на. Не, слабенько. О, ты прям сильно ударил, нормально. Я прошаренный просто. Не катись! Остановись! О, ну наша так нужно позиция. Посильнее. Нет, я сейчас снова скачусь. Ну ты вечно скатываешься. Вот этот прикольный уровень, мне нравится. Не то, что с этими пушками. Да. Опа, идеально! Блин, почти в лунку попал. Почти в лунку попал, ребята. Ну здесь нужно рикошетом, смотрите, сейчас попытаюсь идеально. Вот так, вот. Кто же выигрывает? Ой, я уже выигрываю. В смысле? А, да. Давай. А! Нормально, вот, Слава. Вот, всё. Вообще жесть, теперь на 4 аж очка проигрываю. Да, так, да, ну остается сколько? 5 уровней всего остается. Вот это... Ну да, я о, понимаю. Мне повезло, смотри как. Мне нет. Давайте вот так вот ударим. Надо посильнее бить. А, блин, ну, давай, блин, мячик, я походу понял, ребята... Я, походу, даже догнал. Вот, вот сюда просто падаем. Ребята. Давай, остановочка. Вот. Не долетел. И теперь вот так. Не скатись, пожалуйста. Вы видели это? Все, я забил. Забил? Серьезно? Вообще на изи. В смысле, меня откинуло? У тебя позиция, ну, в принципе, можно забить. Но немножко надо было бы правее. Да, вот теперь ты будешь просто перелетать, либо как-то... Тебе надо правее немного. Сейчас ударят.
правее слегка. Сложно будет так забить, Миша, у тебя угол неудобный. У меня угол неудобный, вот сейчас уже будет получше, походу. Да, вот сейчас немножко, ну, тоже такое. Чё, мне просто вот так вот надо ударить? Да ты сундук бьёшь, зачем ударить в стенку вот в эту? В стенку ударь, между, в промежность вот эту ударь. Во, да, вот сюда, во. И только немножко надо левее было. Ещё да немного. Ё-моё, тупой уровень! Немножко левее, вот туда, более аж к бортику, к левому. Я просрал уже. Да чё, нормально. Бей, вот туда, ближе к левому бортику. Сильно ударил. Да всё, я F нажму, блин. Тупая херня. Еще раз F нажму, чтобы кончилось быстрее, всё, блин. Ты проиграл. Я ненавижу такие уровни. Так, давайте вот такой уровень. Опа-на! Нормалёк. Вдвоем мы прям. Угу. Там ножи, посмотри, вообще жестяк. Да. Уровень с ножами. Я слишком жесть. Слабо ударил. Посмотрите, там огромный тесак, какие-то огромные такие острые ножи. Угу. Е-е-е-е, с первого раза. Забил? Да. Офигеть. Просто лупани и пролетишь. Бей. Да. Лупани посильнее. О, повезло, нормально. Да. Нормалёк. Ну все, я тут проиграл. Да, на 11 очков выигрываешь. На 9. Да, на 9. Не на 11. На 10. Или на... Ну, короче, уже да. А, туда надо ударить посильнее. А то тебя откинет назад. Вот так, оп. Во, нормалёк. И вот в эту дырочку, да? А, нет, вон лунка. Я думал, наоборот, в дырку надо. Я хотел, наоборот, в неё прям уже и ударить. Посмотрите, какая прикольная наклонная лунка. Какая где? У меня здесь. А! Улетел! А нет, только не на начало! Я чё-то ли на начало не улетел? Там начало? Да, там чё-то ли на самое-самое начало не улетел. О, сейчас забьёт. Блин. А я чё-то не могу закатить. Что-то не получается. О, молодец. О, да. Да. Да чё я так не могу-то? Надо как-то навесиком, чтобы он в конце остановился, туда просто упал. Да, я знаю. Давай. Во, нормально. Да, молодец, я так же сделал. Ну, все равно ты проигрываешь, нормально. Еще сколько? Два уровня всего. Ребят, да. Здесь просто надо так ударить. А, это что было только что? А, надо посильнее. А то я улетел вообще хрен знает куда. Я знаю. Ю-ху! Что надо сделать, ребята. И чё дальше куда? Сюда? Серьезно? А, нет, не сюда. Я могу сразу забить. А где лунка? Я вообще не вижу. Вот, вот так вот, походу, как-то. Нет! Вот здесь лунка, вот. Я забил. А куда там вообще надо попасть, скажи? Я тебе не скажу. Там есть стрелочки. Ну я вижу, что там есть стрелочки. Ребят, я по веревке скатился. Здесь, кстати, тоже есть лунка вот между этими деревяшками. Между деревяшками надо попасть? Да. Блин, веревка сраная. О, обстрелочку. Блин, нет. А, давайте вот так просто ударим. Во, вот так надо. Вот так. Нет. Нет. Посильнее. Нет. Нормально, подожди, что нет? Нормально все. Да. А, вот так вот, нифига себе. Да. Как все сложно. Они, блин, тут спрятаны, эти луночки. Блин. Реально, вот почти в каждом уровне они запрятаны как-то. Нет, я вниз упал. Надо не так сильно бить, надо слегка бить. Как я ударил. Угу, ну ты прям по краешку. О, давай. Давай. Решающая, Слава, решающая. Тоже выиграть. Блин. Блин, да, на 2 очка всего лишь. Ну, если ладно. Бы я тогда не затупил, тогда бы я выиграл. Круто получилось. Да, у меня New Head Unlocked, какая-то новая ковбой пинг. Короче, шляпка разблокирована. Да. В принципе, это все. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки. Все, давайте всем пока. Пока-пока, ребят.